что еще раз привет всем. В общем, это Тони Кэш, конечно же, в общем, Кэша, если вы знаете. И сегодня, кстати, хотел вам показать Кэша, но и сейчас вам покажу Кэша. Очень много, ну, или вообще Кэша. В общем, знаете, Кэш. Кэши разные есть, в общем. И поэтому вот он, Кэш. Вот, получается, Кэш. Это зеленый Кэш. Вот слева видите, это зеленый Кэш, в общем. Ну, это тоже Кэш, это тоже деньги, в общем. И есть еще вот такой Кэш. Так, получается, Кэш. Ну, в общем, Кэш. Вот тоже зеленый. Ну, в общем, ну, вот такой, в принципе. И есть еще вот такой Кэш. Сейчас я вам покажу. Вот Кэш. Это тоже Кэш, но это же металлический Кэш, в общем. Его тоже можно где-то применять, в общем, и можно что-то с ним делать. Ну, давайте переходим дальше. У меня не так много времени, чтобы вам рассказать сегодняшние шутки. Кстати, привет комикам стендапа, привет стендаповка всем. Все будет круто, все отлично, мы прорвемся, пойдем дальше. Юмор захватит весь мир, всю вселенную. Так что комики, подключаемся. Йоу. В общем, познакомился с девушкой, а она коллекционирует, кстати, номера или куда-то хочет там поехать. Сейчас очень сложно познакомиться с девушкой, вообще убеждать ее. Девушки не хотят знакомиться, они хотят другую войну постоянно, в общем, знакомиться. Девушки, вы знаете, знакомиться и первыми никогда не подходят. Да и вторыми, и третьими также. Каждое знакомство, это каждый раз что-то новое. Вы знаете, не дают комику стендап особенно. А что ему вообще дать, что он может дать? А что он вообще может дать? Да, вот. Да ничего, кроме юмора и расплачивать с натурой всегда. Так и растем в творческой, юмористической карьере, ну, вы знаете. Сейчас ведь нужно уметь спать, чтобы расти везде высоко. Ну, вы знаете, высоко. Как в песне Нюши. Выше, 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 ниже, ниже, ниже. Ну, в общем, вот в таком ритме. И выше все будет хорошо. Куда комику нужно и достать, в общем, там наверху, где звезды, там свет, там много его. И прожекторы, вы знаете, которые светят, вы знаете, куда и как именно мощнее, в общем, и мощнее. В целом, без техники, выше полетов, то в карьеру комика, в общем, потолок получается, да. С юмором можно, если постараться, пробить все абсолютно, абсолютно все, в общем. Это то же самое, что с этим отбойным молотком, все можно по знакомству. Девушки не хотят знакомиться, отказываются, в общем, практически всегда. Эти не хотят онлайн и офлайн, в общем, и долго, в общем. Девушки отказываются постоянно, ведь комик им ничего не может дать прямо сейчас, а только в будущем. И как станет популярным. Они не хотят ждать ведь столько. Комик, вы же знаете, сколько популярным становится, то очень долго получается у нас. Да. Одна даже коллекционирует не мужчин, а не котиков, не даже комиков и их номера. Нашел девушку, она хочет только не стендап комика, а на ПМЖ. Ну, в общем, ЖМЖ, МЖЖ, ЖЖ и ЖЖ. Ну, коллекционирует, наверное, видимо, тех самых с ПМЖ и ЖПМ. Был недавно в одном магазине, парень мне говорит, кстати, знаете, что интересно, мне парень говорит, да, со мной интересно тусуются парни, это покупки, эти самые парни, будущие мужчины, ну, будущие мамы, кто знает, часто оказывается, где-то ко мне подходит, спрашивает, часто бывает и требует что-то, ведь что время, что прикупить, что сигареты, кто брата ищет, в общем, кто еще кого-то, я не сдаюсь, иду дальше, а что, дорога длинная, как говорится, зашел как-то в магазин, вижу там специи разные, но я же не домохозяйка, в общем, да, вот, сейчас не домохозяйка, и не очень сильно разбираюсь во всем в этом. Как вот эти специи разные, в общем, как я всегда вижу, мне нравится, что нравится, начинают меня спрашивать в стиле, а сколько, сколько, вот столько, ну, пока этот ассортимент не спросил, я так и не ушел, но не сдаюсь, а только с чистой победой. В этот день узнал все про специи, ведь комик стендап должен уметь все смешивать и готовить особенно, да, да, это очень важно. Специи, да, и ведь они есть острые, крепкие. Парень продавец в конце уже весь течет и говорит мне, ну что, покупать будешь? В общем, так и не купил. Зачем вообще комику специи? Ведь это все самая маленькая часть юмора. Познакомился с девушкой, вроде отношения, в общем. Ну, вы знаете, эти знакомства, в общем. Эти знакомства всегда продолжаются, не заканчиваются. Познакомился с девушкой, вроде любовь.
и опять вирт их в этой виде. Ну вы знаете, знакомиться везде, здесь, сейчас, везде, в целом, знакомиться, ну вы знаете, как знакомиться, в общем, кто и как, что знакомиться, и то знакомиться, в общем, методов очень много получается, и везде, в целом. Техники, средств огромные. Эти знакомства с девушками, с парнями проще, ведь они сами подходят, а девушки с... Я не знакомлюсь, мы не знакомы, уже все сделали, в общем, до сих пор тяжело эту защиту, в общем, пробить, вы знаете, пуль непробиваемая, да. Мы уже сделали, да. Как знакомиться с девушками, если мы не знакомы? Каждый предлагает что-то новое, делаем новый шаг, на встречу сталкивается с новым стопом, вы знаете, эти стопы вообще. Также мы не знаем, что бы далее, как всегда. Итак, как знакомиться и встретиться? Только онлайн, фото, видео, в общем, и остальное. Так, идем дальше. Понравился. Девушки, как будто встречаемся, отношения, секции. Ночью мы тоже вместе. Днем, в общем, вместе. После непродолжительного времени оно не начинает, в общем. Когда уже заканчиваю или начинаю, или в процессе отправляет мне вирт, в общем, фото, видео за день, предлагает день и ночь платно в разных валютах вообще. Такое даже не представляете. В общем, я даже не знаю, что делать или принять ее с набитой рукой с этими трех девятками, да. Кстати, одну секундочку. Чуть подкрепимся кофе. Кофе очень важно. Так, продолжаем дальше. Давайте поговорим о библиотеках. Кстати, можете написать, кто был библиотекарь, кто вообще ходит в эти библиотеки. Странно, но это работа библиотеки. Библиотеки, цифры везде светятся. Кто бывал вообще в библиотеке? Кто вообще читает эти библиотеки? По количеству видно, да. Может, кто-то хотел ногу или руки, в общем, поднять, ну, там в комментариях, я могу написать, что вы были или будете в библиотеках. Да, ну вот, может, девушкам вот в юбках нельзя такие элементы акробатики применять, в общем, поднимать руки, ноги, потому что, вы сами понимаете, это очень будет все видно. Парни в штанах, как у Маяковского, облако в штанах, это реальная тема, только как целое облако не поместится. Кстати, в библиотеке есть одна книжка, и вы можете найти даже ее из библиотекаршами, сделать экранизацию, даже если мы там деятельность, в общем, всего отвлеклись немного от темы, потом возвращаемся и продолжаем. Понятно, никто не читает, только хип-хоп, и то раз от разу. Кто не бывал, давайте про библику поговорим. У нас есть национальная библиотека, если вы знаете. Заходите, вас встречают на входе и меряют вам все вот этими сантиметрами. Очень-очень сильно, да. А вы говорите или нет, или почти, в общем, почти вставляют вас в этот термометр. В общем, ну это не больно, кто уже пробовал. Такое ощущение, что вас на входе имеют очень жестко. Проходите, поднимайся, вам говорят часто, и как дело, заходите в зал и заказываете, и встречают на входе, и в зале, и вы, в общем, садитесь, и рядом с вами библиотекарша та самая, в общем, ждете, и потом идете, и вам выдают через окошко девушка, она выдает или дает, в общем, что-то еще через окошко, да. Библиотекарша та самая, и вы пишете за как там книги, ждете, и потом вам и выдают через окошко девушка, если повезет, а может и женщина даже подает или дает через окошко, ну кому как удобно, кто пробовал через окошко, не через окошко, в общем, да, это та была, которая когда-то тот молодой, когда-то она была тоже молодой, вернее, да, знаете, в библиотеках почти никого нет, поэтому там так тихо и спокойно, да и непонятно ведь, как там одни кругом девушки, женщины без парней и мужчин. Они там как будто голодают, они там как будто голодные вообще полностью, да, на этих книгах, они читают на этих книгах, они в общем читают эти книги, они вообще непонятно, что после работы делают на этих книгах, с этими книгами, там же столько картинок, вы просто себе не представляете. Да и непонятно, как там кругом девушки, женщины, без парней, без мужчин. Вы представляете, столько лет в этом всем находиться. Вот как, так, объясните вот это все. Да, они там голодают на этих книгах просто и читают, и дают книги. Отдых также там есть. Только это не после работы и в цветнике, там же одни женщины в этих библиотеках. Или не совсем женщины, не мужчины, да. Поэтому ходите в библиотеки чаще, чтобы не давать скучать тем самым библиотекаршам. Мы продолжаем дальше. Я делаю небольшой. Так, заряжаюсь немного.
В общем, привет еще раз, комики и стендапа, все будет супер. В общем, мы будем дальше идти делать юмор, в общем, завоевывать новые площадки, новые страны, новые города, новые заведения, в общем, все будет круто. Так давайте поговорим о метрах. 4-1 метр квадрат человека. Что вообще с этим метром? Сложно и даже тяжело с этими цифрами. 4, 4 на 3, 3 на 2 и 2, ну и также цифры и люди. Цифры везде нас окружают, некоторые даже их рисуют или печатают, как в кэше, если вы знаете, да, на денежном станке. В общем, хорошее сочетание этих цифр, особенно в книге любви. Вы знаете ее название, нужно напомнить. Ну там, если знаете, 69. Ну, 69 это тоже цифры, это тоже деньги, да. И другие вариации очень полезные и практичные для каждого. Как вы знаете, для каждого нужно только место, лифт маленький, да и маленькие помещения также. Поэтому нужно соблюдать и эти моменты, и места подбирать. То есть мне сейчас интересно, как могут поместиться 4 человека, вот 4 человека, как могут поместиться на 1 метр квадратный. Что из этого получится? Ну, в камне написано, в камне, в общем, что из этого получится. Что я получил, только что именно, это уже другой вопрос. Понятно, что на 4 метра квадратного поместится или вместе 4 человека и более. Вот на 1 метр могут поместиться техники, книги, любви и более, в общем, у нас получается. Да, давайте. Вот, а на 1 метр квадратный поместится с техниками любви. Ну, возможно, да. Поэтому применяйте цифры любви, и это поможет вам в любой ситуации, кстати, да. Готов ли ты быть спонсором? Спонсор — это очень тяжелый вопрос. Ну, вообще спонсорство, вы знаете, это спонсорство, да. Как и поняли, поговорим сегодня о спонсорстве и о любви. Только здесь это уже совсем другое, в общем. Любовь и спонсор — это как разные планеты. Знакомлюсь с девушками очень часто и предлагаю такую опцию. Они спрашивают, готов ли ты быть спонсором, и сразу, в общем, начинают отправлять в этот черный список. Ну, как и течки, тоже черный список. Они спрашивают, да, и спрашивают. Разницы большой только нет. Есть белый список, и он отличается от черного, как и молодой, зрелый и взрослый спонсор. Ну, вы знаете, тоже папик там молодой, папик средний, папик уже в возрасте, в общем. Ну, вот такие папики. Обычно эти папики, да. И какой спонсор из комика стендапа? Ведь он даже не может себе нормальную одежку для образа взять. Ну, кстати, конечно, подготовился хорошо сегодня. В общем, как видите, очень, очень хорошо. Так, поэтому, да, мы идем далее, получается, да. Да, ну, комики, в общем, готовятся, как вы понимаете, ко всем выступлениям. Так, правильно, комик стендапа. Может быть спонсором, юмористическим спонсором, в общем. Ведь продвигать нужно только юмор. В общем, лучше черный список, чем спонсорство, поэтому будьте внимательны. Не надо вам этих папиков и мамиков, в общем, и спонсоров, в общем. Будьте автономны и независимы. Давайте поговорим об том, что отправлено, в общем. Какие-то сообщения, в общем, они отправляются, вы знаете, там есть поиск, когда вы что-то там ищете, получается, да. Тяжело с этими поисками, снова этот поиск, параметры, знакомства продолжаются, все больше появляются возможности для этого, как онлайн, знакомства продолжаются, да, в общем, так и офлайн. Ну, офлайн, онлайн, вы знаете, что это сейчас модный онлайн, ну и также офлайн. Только самый смак — это офлайн. С девушками сложнее знакомиться, ведь сейчас защищены они випами, если знаете, вот эти випы идут, ну такие випы идут, и такие випы идут тоже, да. И прочими статусами, куда обычно нереально просто практически попасть. Ну, комику, конечно, можно с юмором, там, с музыкой пробиться через что хочешь. Да, может со временем пробить эти стенки, защиту, можно головой пробить, можно еще чем-то пробить, так скажем, да. Не понимая такое сообщение, да, и такое сообщение не отправлено, к сожалению, вы не соответствуете параметрам поиска ее и не можете ей написать. Это никак не воспринимается, это бывает, когда комик стендапа, дресс-код не подходит. Ну, вы знаете, как в куках обычно там сидят такие большие дяденьки, они обычно останавливают все и спрашивают, что, как, чем и почему. Поэтому не ищите такие опции, а более простые варианты без такого, с параметрами и поиском. И давайте последнюю тему, я сейчас подкреплюсь, поговорим про агентство. Про агентство недвижимости, ну, вы знаете, есть такие, да. Вот как они работают, в общем, как они сдают помещения, в общем. И это одни и те же номера, в общем.
тяжело работать в агентстве недвижимости, так работают агентства по недвижимости. Мне трудно сейчас найти себе недвижимость. Только сейчас между вами и недвижимостью, в общем, еще что-то находится. Так работает, в общем, агентство. Мне трудно сейчас себе найти недвижимость. Только сейчас между вами недвижимость нах появляется. Это самое агентство. Так оно и пытается получить кусочки своего, ну, комиссионного, может, маленького, кого-то побольше, да. То от клиента, то от собственника. Искать недвижимость – это вам не играть, ну, в прятки вообще. Хотя и там сценарий такой же, урвать нужно. Не так давно хотел снять, в общем, недвижимость. Ну, снять, самое главное слово – снять. В общем, да. До того, как я снял, машинально получилось снять совсем случайно пару девушек. Ну, знаете, на скоростной, часто бывает там, где Альбишара, Бычок, в общем, там часто. В общем, и вот так у меня получилось снять пару девушек веселого поведения, Убичка. В общем, да. Они также предлагали недвижимость, кто свою, кто съемную. В общем, они звали к себе, к другому, в общем, к себе они звали меня. Я к ним тоже звал себя, в общем. Они говорили, приезжай ко мне. Я говорю, приезжай ко мне, почему, мне тоже классно, там кэш, бабки везде висят, там диски, сольники, новые альбомы, кэша, там уже заготовки, студия, лейбл Y-Star, Green Star, в общем, студия аудио, видео, записи, фото, видео. Они говорили, приезжай ко мне, я так и не делал. В общем, я так и делал, вернее, что я вам говорю, в общем, да. Только я не успел ко всем приехать, ну, знаете, кэш один, а Тони, я тоже один, поэтому вот так получается. Так, пока я искал недвижимость, вылавливали эти агентства на этой, знаете, армянской, там, в общем, которые также и звали меня к себе и говорили цены по прайсу. У них очень огромное количество телефонов, меня постоянно зовут вообще. У них тоже недвижимость есть. Это же одна общая система, много телефонов и услуги, и развлечения, в общем, общие. С вами был Тони Кэш. Привет, стендаповки, привет, комикам из стендапа, все будет круто, ставьте лайки, в общем, пишите комментарии, конечно же, и подписывайтесь, с вами был Тони Кэш, йоу, всем отличного вечера, ждем новых мероприятий на стендаповке, йоу, стендап, развиваем юмор, в общем, все подключаемся в искусство и ставим лайки, йоу, всем хорошего вечера.